Высокий уровень заболеваемости населения гриппом и ОРВИ отмечается во многих регионах России. На Ямале, по данным на 29 января, лабораторно подтверждены 54 случая вируса гриппа. Начиная с 31 числа и до особого распоряжения окружного управления Роспотребнадзора во многих муниципальных образованиях введены ограничительные мероприятия. В школах и других учебных заведениях в случае отсутствия 20 и более процентов детей в классах или группах по причине заболевания ОРВИ учебный процесс приостанавливается. В Ямальском районе в деятельность образовательных организаций коррективы внесли морозы. Заболеваемость за предыдущую неделю снизилась на 6%. Наибольшее число заболевших у нас за эту неделю зарегистрировано в Мысе-Каменном и в Панаевске. Заболевших у нас снизилось количество детей от 0 до 6 лет, но зато увеличилось число заболевших школьников 7-14 лет и стали болеть взрослые. Но вместе с тем эпидпорог у нас не превышен. К основным мерам профилактики гриппа и ОРВИ специалисты относят здоровый образ жизни, включая полноценный сон и пешие прогулки, употребление большого количества продуктов, богатых белками, витаминами, минеральными веществами, регулярное проветривание и влажную уборку помещений, прием противовирусных и иммуномодулирующих препаратов, а также не допускайте переохлаждения организма, избегайте общения с больными и по возможности не посещайте места с массовым пребыванием людей. При первых симптомах заболевания незамедлительно обращайтесь к врачу.